пытаюсь показать, что я сделал. Так, я, да. Да, вот такую вот штучку скачал и пробую здесь вот всякие опции, как они работают. Так, нет, да, вот, а там командной строки что ли нету? Вот меня это пугает, такой интерфейс. Она есть, вот это вот, наверное, командная строка. Давай, открываем, да. Так, я ее вижу, но тут ее не видно. Как... А, ты шаришь, значит, одно окно, а надо десктоп шарить. Да. Значит, а, да. Можно так, да, сейчас попробуем десктоп, да. Так. Да. Так. Ну и вот командная строка, да? Так. Я там обновил, заново стягивай, то есть новый каталог делай, в который будешь затягивать, ну, work там, в десктопе сделал work, да? Это я у себя на рабочем столе сделаю, да? Ага, да, туда заходи. Ну, а вот у меня каталог, вот он. Ага, давай, ну, нет. Фу. Ну, вот видишь, как-то... А почему он у тебя... так, ну, это похоже на то, что... А то, что ты выложил, это... Так, теперь дай попробуем его обновить. Вошел в этот каталог и в консоли набери git pull. Так. Git pull. Git pull. Вот так вот, да? Ага. Ну-ка. Так. Удаляй этот каталог. Весь. Ну да, весь каталог, да. Значит. Так, вот. Вот так вот я его целиком сейчас. Удали, да. Страшно удалять его. А, не нужен. А он, наверное, тут что-то открыто. Закрой, да. Ага. Что такое? Да вообще закрой этот гид. Закрой. Да. Ага. Так, вот он. Мы его закрываем. Да, вот все, удалился. Так, давай открой этот битбакет в... Ага, вот он, поднимай выше, еще выше так, вот так вот, выше, да, вот, это каталог, да. У тебя вот написано дальше, как его склонировать, вот видишь, вот. Вот тут вот где-то было. Вот, 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 строка. Git clone. Вот это, да. Да. Вот это, да. Да, но для этого нужно, значит, давай-ка я тут консоль открывай своего гита обратно. Пока скопи... Да, консоль гита. Так. Где этот гит? Запускай свой. Вот, вот так вот. А как... Нет, это командную строку мне надо, да? Давай склонируем репозиторий. Склонировать репозиторий. Видишь, написано. Да. Вот этот. Да. Source location. Давай копируй оттуда без git клона. Ну вот. Так, вначале убирай git клон. Ага. Так. Так. Нет, надо не х тебе, а погоди. Еще раз на. Тебе нужно через SSH копировать. Так. Это... Нет, погоди, погоди, погоди. Ну давай через HTTPS попробуем, да. Давай, оставь этот HTTP. Нет, ой. Так, это по-русски. HTTPS. Так, и куда копировать? А куда мы копируем? Ну, найди, в какую папку копировать. Сейчас мы создадим какую-нибудь папку. Ага. Допустим, так. Work.
А ну пусть Word, да, давай. Так. Ну, это счастлив. Давай в эту папку. Так, вот она. Так, клонировать давай. А, значит, work, и тут напиши слэш и напиши PHD. Не сделай, а вот в этой, в тут вот, в type, вот. А, вот тут. Type, да, слэш PHD, скажем, напиши. PHD. Это вот так? PHD. Да. А, PHD, не пойму, что такое. Да, все, да. Теперь понятно. Да, клонировать. Клонировать. Давай. Так. Что ну это? Вот он. Давай заходим в папку Work. Это я закрываю. Вот PHD. Ага. Ага. Давай сделаем каталог TMP. Тут просто для пробы, да, TMP. Так, почему-то он у меня не получился. Так. Зайди внутрь и сделай там файл readme пустой. А, файл. Какой, ну, текст. Ну, вот пусть такой, да. Где у нас код, да? А, вот. Так. Теперь тебе нужно это залить обратно. Давай, запускай этот... Так, вот так, наверное. Да. Вот. Открыть последний репозиторий. Вот написано ниже. Вот это. А, вот самый. Угу. Вот. Значит, что тут нужно? Commit, наверное, нажать. Вот я вот. Так и нажимал. Дальше. Нет. Так, branch. Слушай, я не знаю, что тут это. Так, так давай баш открывай. Это, да, вот этот вот. Где тут? Кого? Ну, этот. Строку командную. А, в командной строке. Давай так сделаем. Нет, гид открывай, да. А, вот гид баш. Да. Вот он, да. Да. Так. Ну, переходи в этот work. Так, это я прям набираю work. CD work. CD. Ага. Жму, да? Да. CD в... Это LS набери. Так, LS, это вот так. Enter. Ага. Вот. Так, мне надо записать последовательность команд. Их же каждый раз надо будет воспроизводить. А, теперь в PHD переходи. Так. PHD. Так, почему? Сиди PHD, не PHD, а сиди PHD. Сиди change directory. А. Сиди. PHD. Вот, ls можешь сделать. Угу. Вот, теперь нам нужно, вот видишь, каталог TMP есть. Теперь нужно добавить нам информацию. Надо набрать git пробел. Вот смотри, вот у тебя папка, подожди. Вот в папку перейди, в эту. Вот она. Да, файл readme git. Вот он. Его. А он не открывается?
Ну, в чем-нибудь открыть. Поставь себе, значит, этот, знаешь, что эти, редактировать файлы, поставь, пожалуйста, Notepad++. Сейчас прямо поставь. Notepad++ поставь. Так, это здесь же возможно. Так, это да. Найти в этой, в Explorer нажми. Explorer. А вот открыть с помощью, так, опять. Это все, Explorer запусти. Explorer. Так. Ну вот. Internet Explorer. Так. Да. Давай. И найдем в поиске Notepad++. Вот. Notepad++. Enter. Ну вот какой-то есть. Вот. Это он. Устанавливай его. Так, где да? он? Это что ли download? Ну, угу. Любой, наверное. Последний, конечно. Так, вот это. Нет, это все, у тебя 64-битный же. Да. Так, став 64-битный. Вот, инсталлер, да. Ага. Выполнить. Так, непонятно, что происходит. Это русский. Далее. Принимаем. Далее, далее. Так, ну это тут можно так. Готово. Готово, да. Так, закрывай его. Сейчас снова. И давай открывай. Щелкай. Открыть с помощью. Вот, да. Вот. И вот тут написано, как работать с Git. Так, где? А все? Вот это, да? Да. А, это кратко. Перечень команд. Ага. Да. А, ну, в принципе, да, понятно. Мы их. Да. Угу. Давай сейчас git add делай. Вот видишь, написано git add точка. Git. Так. Ниже, ниже, ниже. Вот. Да. Лучше набирать вручную, тогда моторная память. Да. Так, а я уже забыл, что там было. Git add точка. Нет, он так не хочет. А я не знаю, как он вставляет. Git точка. 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 Там есть пробел. Да, пробел, точка. Да, пробел и точка. Так, нет, не точка. Так. Теперь git commit минус am и в скобках добавил, не в скобках, в кавычках, добавил каталог TMP. Сейчас я воды выпью стакан. Так. АМ. Так. Эти скобки как нам получить? Где эти скобки, да?
Так, git. Work. Так, что у тебя получилось? Так. Ай. Нет, какой мерж? Зачем там? Что ты сделал-то? А, мерж не надо делать. Мерж не надо делать. По инструкции так вот. Нет, это если бы ты ворк сделал. Этот. Ворк же ты не сделал. А, все, значит, нету, значит, добавил, теперь git push делай. Так. Git push. Git push вижу. Да. Давай. Git push. Так, жмем. Вот эту строку напиши. Вот set upstream. Нет, да? push set upstream origin master. Да. Так, git push. Set. Upstream. Правильно. Так, жмем, да? Да. Все. Теперь можешь посмотреть. Да, проверяем. Веб-интерфейс смотри, да. Появилась ли там папка TMP. Обнови. Так, обновить тут как F5. Да. Давай смотрим. Вот папка TMP. Да, вот она. Вот видишь, все. Да, и там все есть. Так, ну это уже примерно понятно. То есть да. Каждый раз по завершении работы я обновляю и сливаю туда все, да. Все изменения. Так, давай откомпилим, попробуем. Да, значит, тогда это все закрываем, закрываем. Вот. Так. Я беру файл. Техник центр я использую. Так, ну, запускай. И он А что у тебя за текст стоит? Миктех 2.9. Нет, все. Миктех нафиг, ставишь тех лайф. Миктех нафиг. Тех лайф, а где его взять? Значит, это раз. Tech Life ставишь. Во-вторых, тебе нужно будет наши классы установить. Да, вот у меня класс. Сейчас ссылочку дам, как их установить. Сейчас мы классы установим. Ставь давай Tech Life, я сейчас тебе даю ссылочку сейчас. Так, а Миктек снести при этом полностью тогда? Да, я думаю, что он нафиг не нужен. Ну, ладно. Кривоватенький немного. Так, вот я выкладываю в... Вот, выложил. Ссылочка, видишь, да? В этот, в разговор, в чат. В чате давай посмотрим. Так. Дальше. Это Tech Life ставишь. Дальше. Тебе нужны наши классы. Сейчас.
сейчас. Значит, вот там написано, как устанавливать, но как это устанавливать, это классы наши, там в Redmi написано, как устанавливать, но как это под Windows сделать, извини, я даже напрягаюсь. Ну, я попробую в любом случае. А может с Windows... сделать так, VSL поставить тебе и в нем все делать. Так, а я не очень знаю, VSL это что? VSL. Ну давай запусти магазин Windows. Так. Вот этот имеется в виду? Да, да. Пиши поиск. Ubuntu пиши. Вот так вот? Да. Ubuntu, правильно, да? А, вот. Вот, две, вот, да, вот этот вот. Посвежее, да. Вот этот. Да. Так, получить, да? Получить, да. Так, и чего? А, так. И, вот, началось скачивание, пишет. А, ну, ждем. Да. Ох ты как, у тебя... Интернет-то просто... А пришлось устанавливать, сейчас всем потребовался. Что это за провайдер-то? Это Джипон МГТС. МГТС? Да. Ну вот, сглазили. Так, установлен, пишет, да. Запустить. Так, запустить. Пробел какой-нибудь нажать, что ли, да? Эррор какой-то. Нет, нет. Давай еще раз запустить. Что там он говорит? VS install. Так. Сейчас. Что же нужно сделать? Так. Вот там ссылка, увидел? Я тебя послал. Щелкай по ней. Так, сейчас мы ее найдем. Вот, вот этот в PowerShell запускай. Запускай Command X нажимай. Command сейчас. Это Windows клавиша.
Сейчас я пойму, где она. Где она? Так, я не понял, куда сжать. Command X. На клавиатуре Command X. На клавиатуре. Так. Вот. Command это не X. X это у тебя разве? Это может быть на... Так, по-русски? Нет, по-латински. Так, Command X, да? Вот, PowerShell администратор у тебя. Так. PowerShell администратор. Да, вот. Ну, давай вот эту строчку копируй. Так, какую? Самая верхняя. Ну, вот на странице было написано DISM.exe онлайн. Вот это вот, да. Целиком ее всю, да? Да. Вон, копировать можно нажать кнопку. А, ну я уже так ее копировать. Туда. Так. Enter. Так, ну и... Это он как медленно будет сейчас, да? Ну, вот так вот. Ну, видишь, быстро. Ну, ладно. А это он это вот так вот. Так. Ну, что дальше написано? Так, дальше смотрим, да, по инструкции. Перейти, перегрузить компьютер написано. Ну. Так. А ну-ка, напиши WinVir там еще. А слово WinVersия, WinVir. В конце. Здесь, да? Win, от слова Windows. WinVir. Enter. Так. 19.041. Очень хорошо. Значит, теперь выполняй следующее. Это закрываем, да? Нет, значит, перегружай машину. Откроешь потом это же, это и подключайся. Перегружай машину и подключайся. Так, все, перезагружаем. Он какие-то обновления тут что-то пишет. Ну, устанавливай обновления. Много их? Ну, пока пишет 30%. А. У меня два компьютера, поэтому я тут говорю и второй перегружаю.
Ну, в общем, там дальше теперь нужно будет установить вторую версию VSL2. И потом опять перегрузить. Ну, давай. Видишь, все это не так легко. Windows, что ты хочешь? Система для настоящих специалистов. Простые люди не могут с ней работать. Долго он у меня грузится. Перегрузилось, нет еще? Да что-то еще нет, висит.
Ну как там у тебя прогресс? Вот. Вроде я сейчас вышел. Так. А, вот, да, вот все видно, да? Так, да. Ну, теперь давай опять PowerShell запускай и запускай вот теперь вторую команду. Вот эту вот. Так, как мы его запускали-то? Command X и выбирай. А, да. Да. А, что-то тут не видно на экране, да? Сейчас да, я... Шаришь только одно окно, а не десктоп. Да, сейчас мы сделаем вот рабочий стол, чтобы было видно, да. Так, и дальше мы набираем команду какую? Да, вот эту копирую, вторую. Вот. Это. Да. А, ну вот копировать. Ну и опять перезагружай. Так. Это же Windows. Все, перезагрузка. Да, ждем. Ну, ждем, да, пока.
А что там? Перегружается? Нет? Ну, уже завершает, да. Что-то он у меня долго очень тормозит. Пишет 100% опять какие-то. Это Windows, она все время обновляется. Да, глючная система. А, ну вот, да, наконец-то я в строю. Так, давай продолжим. Так, что мы сейчас делаем-то? Продолжаем с этой же страницей. Так, теперь нужно... Да, теперь следующее задать VSL версии по умолчанию. Вот это вот. Вот это строчка. Не, да? Уже была. Следующее. Нет, выше, выше, выше. А, вот она. Да. Так, копировать. Command X, PowerShell. Угу. Так. Вставляй. О. Давай смотрим, это ж сейчас. Так, VSL 2 кинул. Да, сейчас смотрю. VSL 2. Что там нужно? От как я люблю Windows, просто всегда. Всегда я его любил. И с каждым разом все больше и больше. Да. Вот давай щелкни. Скачайте последнюю версию пакета обновления. Устанавливай. Я тебе ссылку послал, щелки. А, я ее тут ищу, так. Угу. Так, давай последнее. Вот это что ли, да? Да. Так, жмем. Выполнить. Так.
Так, ну давай опять эту же команду наберем, которая была. Так, ага. Она у меня в памяти. На вверх, вверх стрелочку. Стрелочку вверх нажми. А, вот. Угу. А, все, все, все нормально установилось, да. Ага. А теперь давай в магазин и устанавливаем Ubuntu, да, нашу. Так, как он был? Ubuntu. Ой. Вот. Вот оно. Да. Запустить. Так. А, ну и что это значит? Сплошные вопросы. Так. Давай удали. Enter. Так. Давай тогда Ubuntu простой поставим, без номера. Другой. Угу. Так. Вот, вот это вот, без номера, да, совсем. Да. Ага. Так, получить. Так, запустить пробуем, да? Да, да, запускаем. Ну, опять та же петрушка. Ага. Ну, давай тогда переключимся на VSL 1. Тогда, сейчас. Вот ту команду, которая в PowerShell. VSL set default version 1 давай сделаем. Вот так, да? Да. Ага. И попробуем давай опять Ubuntu. Так. Запускаем. Угу. Ничего не происходит. Ну, тут написано, это может занять да. Few minutes. Ну, ладно, ждем.
Вот мне иногда даже обидно, что у меня не Windows. Столько бы имел наслаждения. Ну и чего, ждем дальше? Ну да, к few минут. Ну ладно. Что-то же она делает. Что-то делает, да. Вот, да. Юзернейм свой в виде. Так, а какое имя-то? Ну, какое хочешь, да. Любое какое-нибудь. Так. Вот. Например, да. И пароль попроще, да. Его часто придется вводить. Так, а я его вообще ввел, но его почему-то... А, он не видно. Его не видно, да. Да. Все, да. Все, отключили все, да. Угу. Да, вот все. Давай мы установим, что нужно. МЦ установим. Пиши sudo. О, не понял, чего писать? Пиши. Да, конечно. Как ты танцуешь красиво. Я послал, ты увидел? Да, вот копирую. А можно набирать руками. Нет, не здесь. Вот. Он там у тебя в меню в пуска должен появиться. Так, еще разочек. Не копируется он так. Ну, так. Значит, вот так вот сделай. Ты лучше это закрой. Все. Закрой это лучше. Вот это все можно закрыть. И это закрой. И работать лучше... Нет, ну не это, вот командную эту закрой, да. Так, эти тоже позакрывай. Эту тоже закрывай. А все, ничего больше нет. Нет, ну вот это окно-то, в котором команду-то вводишь, тоже закрывай его. Мы его сейчас Ubuntu по-другому запустим. А. Значит, давай, запускай PowerShell, Ctrl-X, просто PowerShell. Администратором, да? Нет, это обычный. Обычный. Пиши Ubuntu. Нет, U в конце. Да, я тоже чувствую не Ubuntu. Все. Теперь копироваться будет сюда. Копируем. Mm-hmm. Sudo, да? Sudo минус i, да. Не хочет. Ну ладно. А Ctrl-V? Так я так и делаю. А Ctrl-V просто? Нет. Ctrl... Копировать. Нет, что-то не хочет. Ну, наберем. Так, да, наберем. Это... Так. Вот пароль свой вводи. Ага. Пароль он просто. Вот две команды я тебе набрал. Угу. Табуляция и дописывается. Нет, апдейт в начале. А, я смотрю вторую строку. Так, жмем. Правильно.
Так, вторую команду набираем, да? Да, сейчас он закончится. Давай. Так. Как там копирование есть какое-то? Ты бы вот щелкнул наверху в этой штуке, там, может быть, там, где root моноблок написано, может, там написано upgrade. Ну, нажимай, там, может, написано, как вставлять. Y большое набери. Так. Все. Так, ну там должно быть копировать как-то. Так, что у нас? Ну, написано Ctrl-C, Ctrl-V должно работать. Ctrl-V должно вставлять. Просто Ctrl-V. Ну, вот так. Ctrl-C. Ctrl-C, да. А тут он пока что-то делает. Да, да, сейчас он доделает и обновляет он пока. Сейчас ждем, 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 ждем.
выше колена, на бедро. На бедро. Да, 10-15 минут. Говорит, наверное, рубцы образовались. Ага. Что-то задумался очень сильно. Да, да. Ну-ка, Enter сделай там какой-нибудь. А, вот Enter я нажал, что-то пошло. Наверное, нажал это, остановить в этот. Ctrl-S, например, нажал, и он... Так. Я же копировал, да, как раз. Ну да, наверное. А, да. Так. Давай вставляй команду. Не вставляйте меня. Ctrl-V. Не хочет. Ну, наберем опять словами. Напиши вот наверху, погоди. Вот там, где root моноблок написано, вот эта иконка, на иконку нажми. Изменить. Вставить. Ctrl-V написано. Видишь? Да. Но он не вставляет. Скопировать. А вот сейчас. Да, это как бы. А, лучше заново все это, да? Это вставлю. Enter. Так, Игорь большое, да. Следующую давай. Так, выполнила, что ли? Да, выполнила следующую. Так, а дальше у нас вот ссылочка. Или что? Команду в этот уберем, да? Предыдущая команда, не эта. Вот полностью вот это, свагет. Вот вагет, и это дальше ссылка. Угу. Это...
Ты точку поставил или что-то? Зачем точку в конце поставил? Нет, или ты случайно? Стрелочку вверх, точку стираем, Enter. Следующая команда. Так. Вот. Следующую, да? Да. Вот эта вот команда дописывать этим. А, install TLX. Смотри, каталог вставляй это, да? Вставляй. Убирай вот это UNX. И табуляцию нажимай. Enter. А что это за цифры? Ну, это не знаю как. LS сделай. LS? Да. Вот так? Да. Enter, да? Enter. Набирай точка слэш install TLS. Табуляция дописывать будет. И набирай табуляцию. Табуляцию. Enter. Ага. Букву О набери. Enter. Букву L набери. Так, Enter. Enter тоже, да. Enter. 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 Просто... Enter. 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 Enter, Enter, Enter. Теперь R. Так, правильно, да? Да. Теперь I, большое I, да. Enter. Сколько тебе? Час на установку, да? Ну, ладно, жди, когда установится. Давай свяжемся завтра, например, и... сделаем следующий шаг. Хорошо? А где ты видишь, что это час? А вот написано time total 23 секунды из 54 минут 11 секунд. Понятно. Да? Ну, да, можем, значит, сейчас оно ставится, а завтра... Да, завтра. Да, да, хорошо. Угу. Ладненько, все, спасибо большое. Давай. Вот, ладно, до завтра, давай. Давай. Так, а тут я отключаюсь.